В Благовещенске оперативники уголовного розыска по голосу установили минера. Мужчина сообщил о взрывном устройстве в детском доме. Информация в службу 112 от анонима поступила вечером понедельника. В ходе проверки информация не подтвердилась. Личность звонившего полицейские определили в короткое время, прослушав запись его телефонного разговора с диспетчером. Заведено уголовное дело. Другие темы обсудим после анонса. Меня зовут Алена Лепкалова. Здравствуйте. Под пули до конца. Благовещенец погиб на СВО, спасаясь под обстрела своих бойцов. За это посмертно стал героем России и частью своей школы. По-настоящему боевое крещение. 110 начинающих спортсменов областной столицы прошли обряд знакомства с искусством восточных единоборств. Полезная среда. Учитель-биолог из столицы Преамурья развел в своем блоге научно-познавательные рубрики, чем заинтересовал платформу президента. Вывел личный состав из-под обстрела без потерь, но сам был смертельно ранен. Память героя России Дениса Межуева увековечили в Благовещенске. Подполковник Вооруженных сил России героически погиб в апреле 2022-го. Накануне, 15 ноября, в день рождения героя, на фасаде его родной 10-й городской школы установили мемориальную табличку. Цветы, которых герой никогда не увидит, и слова, которых он не услышит. Подполковник Денис Межуев попал под минометный обстрел во время боев за освобождение Донбасса. Командир вывел личный состав из-под обстрела без потерь, но сам был смертельно ранен 9 апреля 2022-го. Ему было 39 лет. За мужество и героизм участнику СВО присвоили звание Героя России посмертно. С самого начала специальной военной операции Денис Валерьевич встал на защиту интересов нашей Родины и показал себя офицером, командиром. Я думаю, что память о Денисе Валерьевиче всегда сохранится в наших сердцах. Когда-то Денис учился в этой школе. Именно в этой школе он выбрал для себя профессию военного. Человека, который при любых обстоятельствах будет защищать интересы государства. Человека, который будет защищать слабых, заботиться о благополучии своей Родины. Память Дениса Межуева увековечили в стенах родной 10-й школы. Герой окончил ее в 2000 году, в 2005-м – двойку. Имя Дениса Межуева высечено и на стеле героев-выпускников училища. Также его имя присвоили одной из школ в Московской области. Настолько символично, потому что 15 ноября – это день рождения Дениса. Навсегда он остался для нас 39-летним, хотя одноклассникам уже 40, кому-то 41 год. Жизнь продолжается. И поэтому, вы знаете, после того шока, когда мы узнали о гибели Дениса, и не верилось, и не хотели свыкаться с этой мыслью, и до сих пор еще не отпускает вот это вот, знаете, тревога, наверное, очень большая, глубокая. Как друг был, как товарищ достойный такой. Он стал таким же хорошим семьянином. Два сына растут, у него подрастают. Ну и для нас это, конечно, светлая-светлая память о нем. В феврале в 10-й школе открыли уголок памяти героя. Познакомиться с Денисом Межуевым там могут не только ученики, но и все гости учебного учреждения. Вообще проект по увековечиванию памяти о героях России именными досками реализуется Российским военно-историческим обществом. В прошлом году на фасаде 25-й Благовещенской гимназии установили табличку другому нашему славному земляку – Андрею Иванову. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Медаль за проявленное мужество получил благовещенский школьник. Ученик 6-го лицея стал свидетелем похищения. 7 августа 10-летний Тимофей Туманис увидел, как во дворе на Артиллерийской неизвестный мужчина похитил велосипед. Мальчик позвонил и сообщил об этом в полицию. Дежурный направил на место преступления наряд ППС. Школьник называл полицейским приметы злоумышленника и в каком направлении он скрылся. Благодаря информации злоумышленника оперативно задержали. Медаль Совета Федерации за проявленное мужество юному благовещенцу вручили начальник регионального МВД и сенатор России от Амурской области Артем Шейкин. Решение о награждении неравнодушного школьника приняла председатель Совфеда России Валентина Матвиенко. Другие полицейские, в свою очередь, провели в регионе профилактические акции в память жертв дорожных трагедий. Ежегодно во всем мире погибших в ДТП вспоминают в третье воскресенье ноября.
В день памяти благовещенские полицейские не только предлагают выразить соболезнования погибшим в ДТП, но и напомнить жителям амурской столицы, как важно соблюдать ПДД. Так, студенты педколледжа в рамках лаборатории безопасности повторили с волонтерами правила поведения на дороге как водителей, так и пассажиров. Приемы первой помощи и рассмотрели возможные критические ситуации на дорогах. В реальной жизни за 10 месяцев 2023 на дорогах Приамурья погибли 97 человек, 4 из которых дети. 1165 взрослых и 187 детей получили в авариях травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция области призывает всех участников движения к культурному, а значит безопасному поведению на дорогах, которое позволит сохранить тысячи человеческих жизней. Модернизация аэропортов, увеличение пассажиропотока. Утвердить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри ДФО до 1 марта 2024 года должно правительство страны. Поручение об этом по итогам Восточного экономического форума дал президент России Владимир Путин. План развития, в частности, должен предусматривать строительство и модернизацию аэропортов, аэродромов, вертодромов и посадочных площадок, поставку в необходимом количестве отечественных самолетов и вертолетов для региональной и малой авиации, снижение затрат на перевозку пассажиров, в том числе за счет использования механизмов льготного лизинга, также повышение доступности перевозок для жителей. Напомним, в Благовещенске работа уже идет. В конце года планируется ввести в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу. В аэропорту амурской столицы началось строительство нового терминала с телетрапами. Его суммарная пропускная способность составит не менее 1000 пассажиров в час. Завершат работу в 2025 году. Волну тепла в Приамурье ждут на выходных. Настоящий же ноябрь, по словам синоптиков Амурского гидрометцентра, придет в регион в середине следующей недели. Снежных рекордов пока не ожидают. За ночь на Благовещенск выпало 0,5 мм осадков. Незначительно белый покров добавил работы специалистам ГСТК. В дневную смену очищать автобусные остановки, подходы к пешеходным переходам, заметать тротуары, подсыпать проезжую часть противогололедным материалом вышли 15 спецмашин. Грейдеры, УАЗы, тракторы, погрузчики и 30 рабочих. Отрабатываются по остановочным павильонам подходы, места погрузки пассажиров, также очищается от снега, производится подсыпка противогололедным материалом, это соль техническая, галит, бионор. Также социально значимые объекты в первоочередном порядке – это школы, детские сады, подходы к ним, тротуары, отрабатывают. В ночь, значит, сегодня не будет немножко изменены графики работы полностью всего подразделения, и поэтому переходные части, так называемые, со дня на ночь мы ее максимально сократим, значит, техника зайдет только на дозаправку и короткое техобслуживание, это замена ножей, щеток и так далее, и продолжим работу до окончания выпадения осадков. Автолюбителей просят не препятствовать работе коммунальщиков, не оставлять машины на обочинах и заездных карманах. Тем более на ночь. Госавтоинспекторы рекомендуют водителям и пешеходам неукоснительно соблюдать ПДД. Путь единоборцев начали постигать сотня юных благовещенцев. За 2 месяца начинающие ушуисты и вольники прикипели сердцем к новым для себя видам спорта. Во время обряда посвящения показали, насколько внимательно слушали тренеров и чему успели научиться. Почему родители выбрали для своих детей центр боевых искусств и со скольки лет можно присоединиться к тренировкам, расскажем в следующем сюжете. Ритуал ударов тайка, японский барабан, призывает юных спортсменов приступить к тренировке. 110 начинающих единоборцев вступили на путь изучения навыков ушу, вольной борьбы, рукопашного боя и зиндака и карате в сентябре. Саша Разуваев отдал предпочтение ушу. На это отделение принимают спортсменов с 4 лет. Несмотря на непродолжительное знакомство с этим видом спорта, интерес подталкивает мальчика постигать таинство китайского боевого искусства. Я зажимаю ушу, а мы там бегаем все, прыгаем. Мне надо ходить на тренировку, а иначе там мне кувырки делать. Я научился лягушку делать, тянуться, мне нравится. Другое спортивное искусство – вольная борьба – доступно спортсменам от 5 лет и старше. Но бывают и исключения. Ярослав Сакович влился в коллектив свои 4 с небольшим. Юный возраст не помешал мальчику погрузиться в непростое мастерство. Внимательно слушая наставления тренеров, юный благовещенец без труда справляется с поставленными задачами. Мама, папа и старший брат поддерживают его боевое стремление.
С женой изначально, еще до появления детей, обсуждали, что я говорю, что если у меня будут сыновья, то обязательно они пойдут на единоборство, потому что единоборство, оно прививает дисциплину, оно хорошо влияет на физическую активность. Даже если ребенок там не свяжет свое будущее со спортом, оно в будущем, в принципе, для формирования личности положительно скажется. Поэтому сейчас у меня двое. Старший занимается плаванием, а младший пошел на вольную борьбу. Несмотря на различия, все боевые единоборства имеют общую направленность, ради чего родители и приводят своих детей в Центр боевых искусств. В первую очередь для того, чтобы были сильными, здоровыми, крепкими, ну и на самом деле настоящими гражданинами Российской Федерации. Наверное, стимул родителям для того, чтобы тренер помог сделать с ребенка настоящего лидера будущей нашей страны. Посвящение в ряды юных единоборцев проходит с 2021 года. На этот раз обряд крещения прошли как самые маленькие воспитанники, так и дети постарше, для которых тренировочный сезон в этом году стартовал впервые. Представители всех отделений показали, чему научились за начальный период подготовки. За продуктивный старт спортсменов наградили медалями, сертификатами и сладкими призами, мотивирующими на новые достижения. Галина Мартынова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Благовещенские спортсмены постарше получили награды за многоборье. В Амурской столице чествовали победителей и призеров фестиваля чемпионов ГТО. Мне очень приятно видеть, как в нашем городе все больше людей из года в год приобщаются к различным спортивным движениям. Фестиваль чемпионов собрал лучших, сильнейших представителей города Благовещенска. Помимо того, что вы прошли множество испытательных тестов и показали свою отличную форму, также проявили силу воли, несгибаемый свой характер. Городской этап фестиваля, напомню, прошел в Благовещенске 25 октября на базе спорткомплекса «Юность». В нем поучаствовали полсотни спортсменов от 18 до 49 лет. Атлеты бегали, подтягивались, прыгали в длину, плавали. По итогам состязаний чемпионы получили золотые награды, призеры, серебро и бронзу. Теперь лучшим многоборцам предстоит представить Амурскую столицу на региональном этапе фестиваля ГТО. Он пройдет 17 ноября в Белогорье. Лучшим в стране стал блок благовещенского педагога. Учитель биологии и химии 10-й школы Илья Уточкин победил в спецноминации 3-го сезона проекта «Топ-блок». Всего в спецноминации «Лучший блок педагога» участвовали 1529 учителей школ, студентов, преподавателей вузов, специалистов доп. Образования со всей России. Конкурсанты наращивали количество подписчиков, публикуя образовательный и научно-популярный контент. Так, благовещенский учитель Илья Уточкин ввел на своей страничке ВК несколько тематических рубрик. «Полезная среда», где педагог делится ссылками на сервисы для родителей, детей, например, с материалами и советами по подготовке к ЕГЭ. В телескопе рассказывает, как устроен организм человека, про лекарства и прививки. Вместе с известными благовещенцами в преддверии Дня учителя он также вспоминал школьные годы. Героем одного из выпусков стал мэр Олег Имамеев. В итоге победителей номинации оказалось трое – из Ростова-на-Дону, Уфы и Благовещенска. Лидеров включат во всероссийское сообщество наставников-просветителей. Они получат возможность участвовать и быть спикерами событий, организованных Минпросвещения страны. Доступ к образовательной платформе. Всего же в третьем сезоне поучаствовали больше 50 тысяч человек. Отмечу, топ-блок – бесплатный образовательный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Как отметили во время финала, Владимир Путин серьезно и ответственно относится к развитию отечественной благосферы, поддерживая увлечение и инициативы молодежи в этом направлении. Сам факт того, что топ-блок входит в президентскую платформу – подтверждение серьезного отношения главы государства к этому направлению творчества. 10 тысяч рублей за голову местного Бэнкси могут получить жители Амурской столицы. Неизвестный благовещенец рисует граффити на технических шкафах и пока, как и известный художник стрит-арта, остается незамеченным. Однако, в отличие от своего знаменитого коллеги, фантазии хулиган не блещет. Оставляет одну и ту же надпись. Тех, кто сообщит достоверную информацию, которая поможет найти хулигана, ждет вознаграждение. Сообщения ждут в чат-бот мэра Олега Имамеева. На сегодня у меня все. Спасибо, что выбираете «Город 24». Всего вам доброго и до встречи в эфире.